Дорогие подписчики, приветствую вас на своем канале. Сегодня будет такой экспериментальный ролик. Снял, если вам понравится такой формат, то я буду его больше снимать. Сегодня я посмотрел один ролик Мамикса, и мне понравилась его идея. Идею я взял у него. Ролик про то, как распиарить свой канал, какие способы есть, бюджетные, без вложения. Короче, я распечатал вот такие вот объявления. Их примерно 15-20 штук. Я их развешу по всему району и посмотрим после этого, сколько подписчиков будет. Итак, начинаем клеить объявление. Пошло первое объявление. Вносим клей на уголочке. Так, первое объявление есть. Короче, я сейчас пойду клеить другие объявления. Что-то покажу, что-то нет. Но в данный момент, как вы видите по скриншоту, у меня 71 подписчик. Вот через 2 дня сходим и проверим, сколько подписчиков будет. Клеим уже где-то 7-е объявление. Клеим. Пока 71 подписчик. Ой, ё-моё, слетело. Через 2 дня посмотрим, сколько будет. Все, пойдем к следующим. Так, клеим уже какое там где-то 12-е объявление. Посмотрим, сколько будет подписчиков. Я думаю, подписчиков 20-то точно берется. Вот, все, идем к следующему. Так, клеим уже почти последнее объявление. Немножко замялось, но ничего страшного. Посмотрим, сейчас 71 подписчик, как и здесь написано. Посмотрим, сколько подписчиков получится. Я расклеил примерно 20 таких объявлений по всему району своему. Посмотрим, сколько подписчиков подпишется. Вот, вывод будем делать итоги через 2 дня. А сейчас я вам советую посмотреть все видео на канале, которые уже есть. Уже есть там обзоры на тачки, есть обзор на четырку в комплектации люкс. И обзор на Chevrolet Niva. Дальше будет контент. Развлекательный, типа вот экспериментов и такого. Ну и также будут всякие обзоры с машинами, связанные там. Вот. Так что так. Вот. Давайте пока прощаемся с вами на сегодня. И завтра. Нет, не завтра, где-то дня через 2-3 будем снимать уже выводы, что у нас получилось и какими будут. В следующем видео мы будем проверять, сколько подписчиков по спаму в комментариях. Будем писать по топовыми роликами. Просьба подписаться на канал и поставить лайки. Посмотрим, сколько наберет это подписчиков. Я думаю, вот этот способ более действенный, чем способ, ежели писать в комментариях. В следующем ролике мы посмотрим. Ну, а пока встретимся с вами через 3 дня. Вот так объявление выглядит снаружи. Вот так вот. Так вот. Здесь главное видео, плейлисты, каналы. Ну, как все. Канал, сколько подписчиков, название. Вот. Короче, все, будем смотреть итоги, давайте. Короче, ребят, всем привет еще раз. Ну, короче, прошло 3 дня. Подписалось почти очень мало подписчиков. Подписалось всего 3 человека. Вот, на момент, когда мы клеили листовки, было 71 подписчик. Там на листовке даже видно. А сейчас... буквально 74 подписчика. Я оставлю скрин. Тогда... 174 подписчика. Ну, короче, способ это очень такой... ну, не особо такой рабочий. Ну, короче, там еще в комментах там какие-то особо не очень умные люди. Короче, там в комментах писали всякие гадости. Вот. Но я эти комментарии все удалил. Вот. Ну, короче, способ не очень продуктивный. Подписалось только 3 живых подписчика. И... ну и всякие дурачки писали вот всякие гадости. Вот, ну так способ. Ну, 3 подписчика все равно подписалось. Вот. В следующем ролике посмотрим. Короче, будем... хочу попробовать спамить в комментариях. Там, писать в комментариях. Ну, не спамить, просто... писать там комментарии под топовыми какими-то видосами, что вот подписывайтесь вот на мой канал такой-то. Вот, правда, спам очень часто чистить, ну посмотрим. Ну вот
за 3 дня подписалось 3 подписчика. И из 15 листовок 7 листовок сорвали или наклеили на них свои объявления. Способ не особо рабочий, ну, 3 подписчика все равно подписалось. Вот. Короче, давайте, ребят, до следующего видео. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, репост, что такое. Давайте, я старался, реально очень старался. Спасибо вам большое.